Спонсор рубрики – мясокомбинат «Кунгурский». Вот такие пироги. Говорим мы часто о каком-то создавшемся непростом положении. Дескать, дела как сажа бела. А ведь если просто, какие бы ни были дела, взяла да пирогов напекла. Глядишь, и ситуация бы поменялась в лучшую сторону. Проверено. Здравствуйте, дорогие друзья. И все-таки один вопрос остается открытым. Какие пироги сегодня заливные? Действительно, при всей широте ассортимента, открытые, закрытые, с разными начинками, на разном тесте, большие, маленькие, закусочные, десертные, эти пироги как бы в стороне. Они бесспорно самые простые в приготовлении, то есть ленивые. Это ли не настоящая радость? Помните, в человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Пирог настоящий отличается такими же сообщенными ему человеком характеристиками. Он прекрасен и румянцем, и аппетитной корочкой, и внутренним содержанием. Ну а если ты еще и времени на его выпечку потратил всего ничего, а результат вдохновляющий, что тут можно добавить? Только рецепт. Заливные пироги готовятся с участием сметаны, кефира или ряженки. Это к тому, что споры о правильном тесте до сих пор имеют место, ведь кто-то добавляет в него майонез. Считаем, майонез и термическая обработка несовместимы, а потому соединяем сметану со взбитыми яйцами, мукой, разрыхлителем, тертым сыром и классической куриной молочной колбасой. Зелень тоже уместна. Отправляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Потом садимся завтракать, поскольку такой пирог даже на завтрак приготовить несложно. Что есть, приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. Чик-чики-бом, чик-чики-бом, чик-чики-бом. Куриная продукция от Кунгурского мясокомбината. Звучит вкусно. Чик-чики-бом.